Этот вид фотографии называется амбротипия. Особенность этих снимков заключается в получении и последующем закреплении позитивного изображения на стеклянной пластине. В жанре амбротипии работает Алексей Серебряков, известный стронгмен, который в последнее время проявляет себя в различных видах творчества. На выставке в Государственном музее изобразительных искусств представлено более 100 его работ. У меня есть опыт. Я раньше выступал на олимпиадах по химии, когда учился в школе. То есть у меня какая-то база есть химическая, плюс база фотографическая. То, что мы сейчас видим, это 3 года. Почти каждодневной работы. То есть не то, что я там сегодня снял, неделю отдыхаю. Нет, я в студии пропадаю с утра до вечера. Максимум я делал 4 фотографии в день. Это когда у меня все были растворы, очень хорошо настроены, все четко, точно. 4 фотографии в день, это для меня, ну, считается много. Портреты, пейзажи, натюрморты, постановочные снимки. В его работах брутальная экспрессия соединяется с тонкой лирикой. Вы знаете, это не гламурная фотография, не гламурная, не фейковая, не выдуманная жизнь. Она интересна тем, что она неожиданно совершенно показывает естество, вот самое такое зерно, которое прорастает в человеке. Глубокий автор. Заставляет он именно все переживать, его работы, погружать в какую-то свою действительность. Вот он может сказать, что создает какой-то мир. Это не просто фотография, это не школьный какой-то уровень композиции, это именно за ними еще содержание стоит. И вот такое завораживающее впечатление. Смотришь прототип человека, и его можно не заметить, пройдешь мимо. Он абсолютно стандартный, кажется. Но это кажущаяся вещь. А когда ты смотришь этого же человека и узнаешь через какую-то другую ипостась, через какое-то другое чувство, через какое-то другое, ну, совершенно неожиданное зерно, ты задумываешься и думаешь, что этот человек не так прост, и он совершенно нестандартный. То есть, иначе говоря, такой тип фотографии, такая вот выставка открывает в человеке что-то своемушное, как говорила моя бабушка. Что-то непохожее, что-то то, что, чего мы раньше не замечали. Многие вещи я не могу выделить. Есть какие-то прям очень, которые люблю. Которые я бы не мог сказать, вот это нравится больше, а это меньше. Потому что я боюсь обидеть другую фотографию. Они у меня как дети. Выставка современной арт-фотографии «Амбротипия» Алексей Серебряков продлится до 26 ноября в Челябинском государственном музее изобразительных искусств.